Всем снова привет на моем канале. В этом видеоролике покажу вам, наверное, мечту телеманов, любителей телевидения и различной аудио-видеотехники. Ну, наверное, в далеких нулевых. Это вот такая вот, вот такой вот шнурок SCART-SCART. Но это шнурок необычный. Этот шнурок стоил, я даже не представляю, сколько денег по тем временам. Потому что у него вес, во-первых, ну я не знаю, килограмма два, наверное. Это все металлическое. И вот эти части, это металл. Здесь типа, а может быть и не типа, потому что этот шнурок побывал и под водой, и в воде. Но типа как позолоченные контакты с двух сторон. Вот этот сам, я не знаю, сколько весит, но он достаточно тяжелый. Можно проверить его, я думаю. Пару килограмм весь шнурок весит, потому что здесь и провод, вот он, ну как бы, в толщину пальца, мизинца. Это мы сейчас разберем, посмотрим, с чего там провода вообще и как они запаяны. Но это один из самых качественных шнурков SCART-SCART, который я видел вообще все, за все свое время в подключении в спутник МТВ и вообще. Ну, естественно, это все устарело, уже этим никто не пользуется, разве что... Я не знаю, какой-то старый видеомагнитофон или что-то, старый тюнер подключить. Посмотрим, что там внутри. Все металлическое, все. Это не какой-то там пластик покрашен, а вот именно металлическое. На двух винтах. Давайте раскрутим, посмотрим, что же там у нас внутри. Это именно винты, не саморезы. То есть там резьба. Не так, как у нас обычно привыкли. Саморезики нарежут в силуминии резьбу, да и все. То есть это все, ну, по звуку слышно, что это качественная деталь. То есть вот такая вот, такой вот корпус. Что у нас по паечке? Ну, то, что проводов здесь много, и все они такой приличной толщины. То есть все распаяны, все, абсолютно все распаяны. Давайте это снимем. Не так-то просто. Здесь обычно снимается очень просто. Этот контакт, его сильно никто не заморачивается вот так вот соединять. Вот эта часть обычно у нас не сплошная. Она рассоединялась. Вот так вот. Давайте мы его также рассоединим здесь. И посмотрим еще. Вот. Давайте сделаем немножко. Смотрите, железо не напыленное. Не пойму ничего. Вот я его процарапал. И оно белым не блестит там внутри. Интересно. Так, смотрим, что здесь. Контакты все желтенькие. Ну, давайте его тоже попробуем процарапать. Если это и напыление, то достаточно качественно. Вот идут медные проводочки все. Этот уже оборвался. Ну, естественно, его тут дергали. Играли с ним. Ребенок игрался. Но в целом, вот такой вот SCART-SCART. По тем временам это, конечно, был на вес золота и стоил. Да даже возьмем даже там 2010 год, 2008 год, когда подключались OpenBox и всякая такая вот техника. Тогда еще с HDMI не сильно было. Я думаю, он стоил тогда приличных денег. Потому что SCART-SCART, он в принципе-то стоил качественных денег. Вот такое вот видео на сегодня. Такой вот интересный шнурочек из прошлого. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Пока.